Друзья, всем привет! Сейчас я вам покажу тест ножа из стали номер один в мире S390 с пожизненной гарантией. Начнем мы с теста на канате. Без особых усилий он с этим справляется. Идем дальше. Хочу показать вам то, что твердость ножа 70 единиц, твердость бутылки 62 единицы. Проверяю твердость всегда обухом. Сейчас я вам отпилю горлышко. Буквально с четырех движений. Смотрите, это как скальпель. Идем дальше. Многие меня просили сделать тест на количество резов на канате. Итак, приступим. Сразу скажу, запаситесь попкорном, заточку держит нож очень долго. Считай. Два. Три. Идем дальше. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Идем далее. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77. 78, 79, 80, идем далее, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Нож еще режет. Я думаю, это делать можно бесконечно. Повторюсь, на нож пожизненная гарантия. Ножны, документы в комплекте. Кому интересно, обращайтесь в директ. Нож очень удобный, с двусторонним упором. Рукоять – это шишка в акриле. Практичный, надежный материал, который прослужит вам целые века. Пишите в директ.